А жительница Караганды, которую изолировали на карантин, опубликовала на своей странице в соцсети обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, премьер-министру и министру здравоохранения. Женщина пишет, что она прилетела 12 марта из Москвы в Нур-Султан. Далее уехала на такси в Караганду. В этой же машине вместе с ней ехали врачи, которые контактируют с пациентами. Только через два дня женщина узнала, что с ней в одном самолете прибыла зараженная коронавирусом, и эти двое суток ее якобы никто не искал. При этом в авиакомпаниях есть списки всех пассажиров, и соответствующим службам ничего не стоило установить местонахождение в считанные минуты, пишет карагандинка. Только через два дня пассажирку злополучного рейса поместили на карантин в больницу. Женщина озадачилась вопросом, в чем смысл этой изоляции, поскольку, как она пишет, в больнице, куда ее изолировали, очень холодно, питание слабое, а в палатах нет даже мыла. Один только спиртовый спрей. В таких условиях шансы заболеть только увеличиваются, написала жительница Караганды.